интересно. Это хороший формат, но в идеале, чтобы каждый мог пообщаться с каждым и найти друг друга. Больше всего понравился доклад Game Insights. Он был веселый, живой. Было бы здорово, если бы было больше именно живых докладов с личным опытом. В основном организация очень приятная, вкусные пирожные. Все очень понравилось. Единственное, что довольно долгий перерыв, но за это время все успевают пообщаться. В перерыве между лекциями, естественно, происходит какая-то коммуникация, и все обмениваются контактами. Плюс очень хорошо, что и Тубиду, и другие представители развесили свои плакаты, и мы можем ознакомиться с их продукцией. Мне очень понравилась дискуссия ребят из Crazy Pound, одноклассников. Вот она была как раз в самом начале. Вот, очень было интересно о новых трендах социальных игр. Плюс, конечно же, выступление Алисы Чумаченко, всех сразила на повал. Если кратко, я в восторге. То есть я посещал до этого всякие конференции типа CRI для разработчиков, но здесь более нацелен на бизнес-контакты. Может быть, даже я бы хотел, чтобы это было подольше. На конференции выступал мой геймдизайнер, лид-геймдизайнер Андрей Попович. Рассказывал про баланс для чайников. Но всем понравилось, был полный зал, даже при условии, что Чумаченко в соседнем зале вещала. Я думал, что учитывая Чумаченко, у него будет немного народа, но, как показала практика, много. Thank you.